действительно повезло вам с тем, что человек именно с такими квалификациями. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов. Именно с таким опытом, именно с такими качествами вот сейчас у вас во главе государства оказался. Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это очень-очень удачно. Так везет не всем. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Некоторые страны попадают в какую-то совершеннейшую такую щель между историческими плитами и проваливаются туда. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.